Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентино» Давиде Астори найден мертвым в гостинице города Удине на севере Италии. По предварительным данным, он скончался во сне. 31-летнего защитника нашли его коллеги по команде. Они готовились к матчу с местным Удинезе. Смерть Астори стала трагедией для итальянского футбола. Отменены все воскресные встречи национального чемпионата. Социальные сети заполнены траурными сообщениями. Соболезнования семьи Астори выразил вратарь «Ювентуса» Джан-Луиджи Буффон. «Прощай, дорогой Аста, ты был лучшим воплощением старого, ушедшего в прошлое мира, где всего важнее были такие ценности, как альтруизм, изящество, воспитанность и уважение к другим. И тебя можно поздравить, ты действительно стал одним из лучших спортсменов, которых я когда-либо встречал». Давиде Астори называли одним из наиболее перспективных итальянских защитников старшего поколения. До Фиорентино он играл за Рому и Кальери. Астори регулярно приглашали в национальную сборную, в составе которой он провел 14 матчей и забил один гол.